Противодействие идеологии терроризма, экстремизма в молодежной среде, укрепление межнационального согласия. Эти и другие вопросы обсудили участники курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих. Трехдневный семинар прошел в Тиберде. Подробности у Али Баташева. С тех пор, как появился человек разумный, homo sapiens так называемый, появился экстремизм. Он всегда был, есть и будет в какой-то мере более объемно обхватывающий, в какой-то мере где-то утихающий, но он всегда был и есть и будет. Но наша задача с ним бороться. Заместитель начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Мурат Абазалиев рассказал об истоках идеологии терроризма, экстремизма и описал категории людей, наиболее склонных к экстремистской деятельности. Большинство из них наркоманы, пьяницы, ранее судимые за кражи, разбои, грабежи. Они все переходят в стадию, проецируя себя верующими, с единственной целью, чтобы поменять свой социальный статус. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, научными работниками, изучающими проблемы экстремизма и терроризма, призваны помочь муниципальным государственным служащим успешно заниматься профилактикой этих преступлений в молодежной среде, подчеркивают организаторы курсов, проходящих на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. У нас это уже не в первый раз. Как говорится, в прошлом году тоже проходили такие же курсы повышения квалификации. И есть 36 часов, которые предусматриваются прочтение с приглашением лекторов, непосредственно людей, которые связаны, как вы сегодня обратили внимание, из ЦПЕ. Также предусматривается участие сотрудников ФСБ. Данная тема, она актуальна в наше время, на сегодняшний день, нашей республике, в целом на Кавказе. Сегодня я получил массу полезной информации, с которой я надеюсь приехать в свой город и поделиться с нашей нынешней молодежью. Я думаю, это будет полезно в дальнейшем для их воспитания. За три дня курсов участники обсудили такие темы, как факторы распространения экстремистской и террористической деятельности, формы и методы профилактики экстремизма в молодежной среде, укрепление межнационального согласия и другие вопросы. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда.